Известность пришла к Алексею Смирнову довольно поздно. После роли тунеядца Феди в гайдаевской операции «И». Смирнову уже исполнилось 45, 20 из них он был актером. Так вот случилось, что эта роль просто вот выстрелила. Стала, ну, можно сказать, самой знаковой, самой узнаваемой в его кинобиографии, потому что все фразы, произносимые им в фильме, буквально стали крылатыми, разошлись в народ. «Кто не работает, тот ест. Учись, студент!» Смирнов купался в зрительской любви. На улице его окружали толпы людей. Просили автографы, предлагали выпить или просто поговорить за жизнь. Но при всей народной любви самый знаменитый киноклоун был одинок. Он жил с мамой и практически не заводил романов с женщинами. Хотя оказывал им знаки внимания и предпринимал робкие попытки поухаживать.